Где же ты, красная скотобаза, а? Призрак индейца Майя. Ты где? В смысле? А где он реально? Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved. Мод Ark Comes Alive, или сокращенно АСА. В прошлой серии мы пытались притомить Рекса, что-то у нас не вышло. Я даже догадываюсь, что именно, потому что у нас нету кристаллов, чтобы сделать амникуляр. Соответственно, как мы только его сделаем, мы хоть будем видеть, сколько хп, сколько торфора и так далее. В итоге мы сами померли, потому что нас отжрал раптор, призрачный раптор. Попутно у нас там где-то остался наш трайк, и я хочу сделать седло. Я могу сделать седло уже? Да ё-моё, какой у меня левел-то? Не могу седла еще делать, да ешкин кот. Придется вручную бежать, ребят. Ну что ж, давайте попробуем туда пробежаться. Тут хищников-то особо не было. Нам нужно добежать до нашего трупика, забрать его, посмотреть, возможно, если попадется где-нибудь какой-нибудь кристальчик, что ли, и забрать нашего трайка. А вот теперь самый ответственный момент. Вон он, раптор, вон он, наш, по-моему, Рекс. Не вижу, Рекс, не Рекс, но кто там большой ходит. Раптор это вижу, вон. Да, это наш Рексик, только я в душе не знаю, сколько... Ай, конечно, крыса. Да, конечно, давай, ага, бежим ко мне, да, с радостью. Давай, беги, только у меня воровать-то нечего, дура ты такая, блин, несчастная. Так, короче, нам нужно... А вот сейчас, кстати, будет. Нам нужно вот это вот подобрать и слинять. Тихо, стырил и ушел, называется, забрал лут. Это хорошо. Так, его надо разобрать еще на запчасти. А то у меня будет подсвечиваться, вон он. А, все, иди отсюда, давай. Зараза, поцарапал, за жопу укусил. Так, а между прочим, наш раптор где-то... Ой, раптор, говорю, трайк, вон он. Но с раптором он не сладит, поэтому мы опять садимся на него, поднимаемся наверх и ищем, собственно, кристаллы. Кого я нашел, ребятки? Нет, не додоха. Смотрите, самка... Чего? Да. Короче, это какая-то вива? Хорош. Я таких не видел еще маленьких. А ты вырастешь большой и сильный? Ты же меня будешь катать? Слышь? Опа, яйку. А это дудоковская яйка, кстати говоря, оно, если не ошибаюсь, она там для чего-то нужна. Их довольно много надо, так что нам по-нормальному, конечно, идут. Это кто? А, не, нормально. И дудоку бы притомить. Так, самка XP Orb. Ты, я так понимаю, опыт, наверное, как-то будешь делать или что? Она просто называется XP Experience, как бы. Orb это шар вообще. Довольно странное создание. Блин, я реально таких не видел ни разу. Пускай она будет. На тебе, кстати, можно кататься? Что-то я не помню. Ну-ка, тормози-ка. Подобрать. Нет, я только подобрать. Так, давай-ка ты вот тут такая потусуешься. Она надо, нужна, чтобы яйца нести. А эти яйца нужны... О, отлично. А эти яйца нужны будут, чтобы создавать различные приколюхи. По-моему, даже на отхилку. Еще что-то, по-моему, нужно еще для эволюции. В общем, посмотрим. Я уже подзабыл, конечно, это все. Но я понял, что они очень полезны. Они нужны прям в больших количествах, там, сотнями. Капец, кто бы сказал, что виверна веган, не поверил бы, ха. Стоп, это куда пошла? Приласкать. Что ты? А, так это типа листозавра. Подожди, я тебя могу поднять? Подобрать. Хорош, подожди. Стоп, что у тебя по характеристикам? По характеристикам у тебя вообще ни о чем. А что я могу с тобой еще делать? В общем-то, больше ни черта. Ну ладно. Так, трайк на всякий случай. Это потому что альфач. Это так я к слову вам. Поэтому давай-ка мы уйдем. А то сейчас он пробежит, он может дамаг нанести. И, соответственно, трайк бы загрелся. И не стало бы у нас трайка. Это кто такое? Ни хрена себе, вот это вот муха. Вот такая вот залетит в комнату. Так вы дом сожгете нафиг. Чутка большая, слышь. Что-то она реально раза два, по-моему, больше, да? Да, синий мух. Охренеть, блин, я бы такого в жизни бы увидел. Я бы, наверное, инфаркт бы сразу бы схватил. Ну, пьё нахрен такое счастье. Прикиньте, да, в комнату такая штука залетит. Вот вы, кто не смотрел влог, посмотрите, как я со швелем-то боролся. Который там миллион раз меньше. Но который раза в полтора-два крупнее обычного шмеля. Не знаю, там что-то шмель был. Короче, кто не видел, посмотрите влог.
Это тот момент, когда енот чуть не остался за Икой. А я вот сейчас не понял, а вот тут красненький, это кто? Потому что он только что бегал, я надеюсь, это не мегалозавр какой-нибудь. Там мне вот еще он терезинозавр тут зелененький понравился, но что-то как-то... Кто это? Это мегалозавр, да? Или это спит? Не-не-не-не-не-не-не, это мегалозавр, он да, он спит, но он, кстати говоря... А если он спит, он же вроде как не нападет на меня? Слышь? Ну и он нахер. Побежали отсюда. Я просто надеялся, мало ли, как в каком моде-то, на Гондване. Думал, мало ли, его кто-то вырубил, сейчас приду по кораблю и все. Я счастливый такой, хрен там, блин. Это просто мегалозавр, который, судя чего, проснется, и мы отхватим по самое не могу. Я раптора нашел, вроде как простенького. Кстати говоря, я тут сейчас реально посматриваю. На самом деле, действительно, есть кое-какие новые живки. Не сказать, что они прям пока такие крутые или еще какие-то, но тем не менее, они есть, я тут несколько уже спалил. Так, только не говори, что Паразор Олов завалил раптора. Че, дурак что ли? Тут Паразор Олов вообще какие-то больные так-то на голову. А я сколько смотрел, они и меня атаковать пытались. Есть у меня некие подозрения, что мы встряли. Потому что только что из ниоткуда заспалилась вот та вот красненькая огненная виверна, прямо вот тут и пошла вниз. А хочу напомнить, что у нас очень недалеко отсюда дом, и хрен бы с домом, да? Отсюда очень недалеко мы, и она, кстати говоря, летит походу сюда, да? О, раптор! Ты хорошо придумал. Так. Ага. А, что не так? Что не так? Где раптор? Раптора, походу, уже нету. Раптора, по-моему, зафутболили... На другую планету. Охренеть, блин. Кристалл вижу. Отлично, ребятки, кристалл нашел. Наконец-то. Я тут заколебался искать. Вот они, наконец-то. Сейчас посмотрим, вообще, что там за верна такая. Что вообще к чему и так далее. Так, я тебя могу? Черт, металлическая кирка же. Ёшкин кот. Так, а топорик? Нет, топориком, по-моему, хрен. А, не, нормально, нормально. Кристалл есть. Все, хорош. Опа, ребят, у нас счастье привалило. Смотрите, кто. 220 Альфа Раптор, 12 тысяч КП, в принципе, не так это много. 20 тысяч Торпора. Нам нужно, знаете, как сделать? Нам нужно ход конем. Нам нужно сверху в него пострелять. Ну-ка, где он там, эта скотина такая? В принципе-то у нас... Болос есть. Я предлагаю, что делать? Я предлагаю, во-первых, быть наверху. А во-вторых, все-таки его приарканить Болосом. Запрыгнет. Вроде не запрыгивает. Но я рисковать не буду. Иди-ка сюда. Слышь? На! Ага. Я его поймал? По-моему, да. Раз. Сколько торпор дают? Ага, поймал. Аж 3 раза, на. Это так, на всякий случай. Так, торпор спрошу, сколько дала тебе? В смысле? Ты сейчас прикололась, да? То есть вот эта вот шняга, шняжная. А, нет, ну другое дело. А почему первый раз так мало было? Так, ну ладно, так-то еще реально. 20 стрел, в принципе, реально. Сейчас хотя бы альфа-раптора попробуем сделать. А, не альфа, спирит-раптора. Так, ну ладно, тут это более-менее нереально. Пробуем. Это вообще кидало. Короче, он тут бегал от меня с собакой. А потом в последний момент как развернулся, как дал леща. Сколько у тебя торпора? Твою мать, вообще ни о чем. Короче, его вот так, походу, настреливать. И настреливать так, чтобы он до нас не мог добраться. Поэтому я предлагаю это вот так вот, на исходную встать. И не мазать в идеале, потому что, блин, это очень отвратительно. Что-то как-то вообще непонятно, по нему торпор проходит. Он то косарь идет, то он, сами видите, да? Ну, вообще-то реально сделать. Где же ты, красная скотобаза, а? Призрак индейца майя. Ты где? В смысле? А где он реально? А, вон. Вон, он с другой стороны. Так, хорошо, ловим. Ловим паразита. Я на нем кататься буду сегодня. Да я не то чтобы авторитетно заявляю, но... Я к этому очень склоняюсь. Слышь, ты куда щеманул-то? Давай ко мне.
Так, хорош, 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 хорош. Сейчас он выпрыгнет. И... Главное, чтобы ударить не успел. Хорошо. На! Пожалуйста, давай быстрее. Блин, да в него сколько сил-то надо садить, я понять не могу. Пришлось очень оперативно делать болосы. Так, зараза, никуда ты у меня не денешься. Потому что он меня заколебал вот так бегать. Хорош. Так, у него где-то 16-17 тысяч торпора уже из 20. Я надеюсь, мы сейчас все-таки за этот болос мы его успеем вырубить. Я не знаю, может ему там куда-нибудь впасть надо пулять, еще как-то. Ну, довольно странно. Обычно всегда в голову и все. А тут какой-то он нормально спит. Ты тут, надеюсь, не утонешь? Да не должен, наверное. Не, нормально, все. Все, пускай он голодает, а голодать ему, походу, долго. Так, а нам нужно что-то придумать с ржатвой. С епишной. Что делать с пером? Почему у меня на пера нет седла вообще нигде? На трайка и капец. Что не так? Что я сломал в этой игре, блин? А у меня есть отличнейшие новости. Банальный перезапуск игры спас мое положение, и у меня, наконец-то, вот тут появилось это несчастное седло. Не знаю уж почему, оно не хотело появляться, хрен того знает. Вот, короче, перезапустил, все заработало, все отлично. Наш раптор также все и дрыхнет. Нам сейчас нужен металл, потому что нам плавить уже надо много чего. И, в принципе, нам нужно посмотреть кого-нибудь еще. Я уже изучил энграммы на ПО Arrow. То есть это у нас усиленные стрелы, которые дают торпора, прям, ну, должны немерено прям давать, вот они. И попутно вот эти вот все поясаны, как они, зелья. То есть одни из них усыпляют, другие там голод вызывают, третьи регенерацию и так далее. Регенерацию мы сделать можем, а вот голод и так далее мы пока не можем. Кстати, вот сейчас листики еще соберем, цветочки эти. Хорош! Замечательно, мне очень нравится. Мне это уже категорически, прям катастрофически начинает нравиться. Такие энграммы. Итого, это был тиранозавр 340 левела с 33 тысячами торпора. Мне кажется, мы чуть-чуть его не добили. Хотя вы знаете почему? Потому что, во-первых, он от нас убегал, во-вторых, у него даже сейчас 8 тысяч торпора еще висит. Так что вполне себе могли его завалить, если бы нас не завалил раптор тот. Ну ладно. Как бы это на самом деле не так сильно страшно. На самом деле это все мелочи. У меня теперь возникает вопрос. Где взять Toxic Blood? Если не ошибаюсь, она должна падать, наверное, с зелененьких диазавриков. Это чисто по логике. Вот это хорошо. Сразу такое стадо баранчиков. Вообще красавчики просто. Аж 5 штук сразу. А интересно, я их завалить могу? Нет вообще? Сейчас оказывается какие-то там миллионного левела. Так, давайте попробуем сейчас немножко отдохнусь. Поехали. Ну, по идее, это барашка. Что может пойти не так? Нормально, вон, я вижу, он краснеет. Ему уже стыдно, что его прилетел какой-то птер и начал долбить. Хорош, 200-я барашка. Во всех смыслах 200-я. Как хотите, так и понимаете. Вот сейчас меня очень волнует один такой момент, как бы этот раптор еще уже не встал. Нет, нормально вроде он, вижу, лежит, потому что времени прошло достаточно долго. То есть представьте, это я пока туда слетал, пока там все это нашел, барашку завалил, пока вернулся обратно. И это же без телепорта, мы без всего. Так, сколько у тебя всего? Ой, так у тебя вообще она не падает практически. А, ну два, ну правильно, 20 тысяч-то, ё-моё, когда она там упадет-то? Зато у него, смотрите, больше чем на косарь уже упал, еда упала. Так, ну давайте, наверное, мы как-то... Да, вот так сделаем половинку. Нормально, во, нормально. 4 барашки, он притомился. Вообще хорош. Красавчик. Ну-ка, давай, вставай. Во. То есть на тебя седла не надо. Это хорошо, потому что я на самом деле искал седло. Там было только на альфача и до простого. Может, там еще на какой-то. Но на спирит не было точно. Так, хорош. Что у тебя по характеристикам? 20 тысяч хп. Какой-никакой дамаг неизвестно какой, кстати говоря. Так, ну-ка. Давайте-ка мы сейчас поставим все делаться и на нем прокатимся немножко. О, черепашка-ниндзя. Сейчас проверим на ней, сколько он тут что лупит. Хорош. По косарику-то, блин, вообще нормально. Тут еще и собирает все, что нужно, не нужно. Вообще хорош. Так он... Прикольно то, что он бьет быстро. Мне вот это реально очень нравится. То, что он не просто там как-то вот медленно, там вот как трайк, еще как-то. А быстро и довольно сильно, попутно. Я думаю, нам пора бы задуматься о телепорте. А точнее, о станке, потому что левел у нас уже приближается, как я говорю. Нет, еще не приблизился. 48-й левел нужен для станка. Соответственно, надо будет его собрать, сделать телепорты и уже спокойненько путешествовать, смотреть кто, что, где и как.
А, давайте, да, попробуем поискать какого-нибудь зелененького. Дина, с другой стороны, я немножко на него очкую нападать, потому что зелененький Дина, они, скорее всего, усыпляют. Но нам в любом случае они нужны будут. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Попробуем, короче, сейчас мы немножко прокачаем. Вся. Ну-ка, спон там. Хорош. Нормально. Вообще красавчик. Все, идем искать кого-нибудь, с кого может выпасть Toxic Blood. Я тут посидел, сейчас подумал, нет, мы будем нападать вот на этого. Где он тут? Короче, такой же Spirit Raptor, вон, давайте сейчас только сначала глянем. На токсиков я пока немножко боюсь нападать. Ох, кто же красавчик. Потому что у них реально идет усыпление, а вот усыпление я это не люблю. Так, хорошо, давайте. Иди сюда. Надеюсь, он снимает. Он, кстати, может снять нас. Если он нас снимет, хана нам будет. Раптор-то, я думаю, кстати, отобьется. Блин, ну бьет он, конечно, сильно-сильно. Но мы в него стекаем посильнее, так что нормально все. Так, что с него выпало? Давайте посмотрим. Так, во-первых, Regeneration Potion. Отлично, так, дамаг, сделай. Хорош. Так, ты пока прыгай. Броник нам выпал. Такси... Вот она, Toxic Blood выпала. Отлично. Так, это выпало Ох, ребятки, что нам только тут не понавыпадало, даже золотые киблы. Так, ну это как-то стрёмно. Поясно, вот это хорошая штука, вот этот пускай регенерейшн будет, кстати говоря, давайте отрегеним его сразу. Давайте мы ему сразу, в принципе, прокачаем это экспириенс. Можно, кстати, до 25, наверное. Все, прокачиваем теперь дамаг, все остальное. Так, это, ага, это мы одеваем. Замечательно, короче, ребятки, я очень-очень уже доволен. Потому что в такой броне худо-бедно можно что-то хотя бы делать. Так, и у нас теперь есть Toxic Blood, чтобы мы могли собрать стрелы. Где-то нам нужно просто металлические стрелы, Toxic Blood и вроде бы все, если не ошибаюсь. Так, пролетела ее, пролетела, вот она. А, Стимбери еще. Ну, это не проблема. То есть, сейчас основная проблема нам сделать металлические стрелы. И, я так понимаю, нам понадобится блочный лук, потому что с арбалета стрелять мы не сможем металлическими стрелами, насколько мне известно. Опа! Рексик, это хорошая штука. А у него хп-то вообще... Ой, так давайте мы Рекса завалим. А, так это простой Рекс-то, ёшкин кот. Не ори. Ори тут на меня. Так, а ты какого левела? Нам просто еще, как бы, конечно, у нас крутой. Вон. Ну, как бы не нарваться. Нет, это вообще мелочевка. Все, давайте валим. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, сейчас мстить буду. Давай, я мстю. И вся моя страшная. На, собака такая. 10 ударов ему хана. Даже меньше. 8 где-то ударов. О, нормально. Так, что мы выбили? Грудак. Так, о, как раз я хотел это делать как раз. Отлично. Топорик крутой выбили. Короче, тут вообще прелесть. Тут даже не надо заморачиваться. Просто берем и валим всех. Ничего мы делать тут, походу, не будем создавать. Оно и так все есть. Давайте мы тогда на этой позитивной такой ноте закончим. Все ссылки будут в описании под видео, если вам серия понравилась. Не забывайте большой палец вверх. Не забывайте, что в командировке. Не забывайте, что это пишется заранее. И на комментарии я смогу ответить только, ну, так скажем, руками. То есть, не в видео. Но, тем не менее, постараюсь я все это сделать. Потому что вы же пишете, вы же стараетесь. Как так? Чтоб я тут вам не отвечал. Вот. И, соответственно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи. Всем пока. Слышь, а чё, не прыгаем? А, короче, Раптор не прыгает, точно. Все, всем пока.